Всем привет, девчонки и мальчишки. Сегодня в Энгельсе мы решили встретиться. Вчера проводили трансляцию. Девочки изъявили желание встретиться, и мы собрались на бульваре Роз. Видео еще будет на моем канале «Жили-были». А в этом видео я вам покажу вышивальщиц, которые пришли на встречу со мной. Первая пришла Яна. Мы договорились встретиться в обед. Остальные девчонки в 6 часов вечера подъедут. Внимание! Вас снимает скрытая камера. Привет! Я как в другую страну приехала. Привет! Привет! А мы тебя тут выглядываем. Привет! Звезда Ютуба. Не ругайся, не ругай. Пошлите на лавочку. Ты тоже у нас будешь. А может, звезда. Мы себя уже снимали, будем теперь тебя снимать. Ну да, Свет меня уже снимала. Да, только смотрели Свет. Да. А мы с Яной заочно знакомы. Яна мне подарки присылала, но я ее никогда не видела, и подарки ей не присылала, поэтому... Спасибо. Поэтому сейчас будут подарки. Ну, у меня тоже. Че у тебя тоже? Ты мне присылала уже тоже. Небольшие. Небольшие, так как пакетики. Ага, ничего себе. Несси. Спасибо. А у меня еще, что ли? Да. Ну, Яна, ну, блин. Ну, я так, обалдеть. Я а мне прицеп спасибо. Надо будет покупать, чтобы подарки отсюда ой, увозить. Ну, вообще, слушай. И маркеры мои. О, класс, спасибо, Ян. Слушай, а я что-то вышла из дома. Ну, мы рядышком. Инесс, Алине. Ой, спасибо большое. Я там еще положила эти, как их называют, глазки. Глазки. Да, да, она у меня все время ищет для игрушек глазки. Для ее игрушек глазки. Ага. Алинка же у меня вяжет игрушки. Классно. Спасибо большое. Я тебе здесь положила сувенир. Ну, вышивка, ладно. Там сувенир. Какая красотень. Это новинка, да. У меня вообще чудесные игры. Один набор, видите, розочки. И Света мне вот подарил тоже чудесные игры. И все, у меня чудесные игры нет. Там тебе сувенир, вот посмотри, как в пакете. Вот... Да. Сувенир. В кафе не будем трясти, а то вдруг им не понравится. Да. Самый главный сувенир. Вот сейчас холодно, да. Типа я. Сейчас так, давай там... пакетик принесу. Ты что, слушай, холодно, ты что-то сегодня раздетая. Да. Я жаркий финский парень. Ой, слушай, красивый, да? Да. Как меланж. Да. Ой, прелесть. Тепленький, зимой. Легенький. Какой. Сувенир. Из Оренбурга. Да. Классно. Тепло, да? Вот как раз ты кофточку забыла. Классный. Классный. Это такой... ручная работа бабушки, да, у нас так вяжут. Мне видите? Нравится, двухцветный. Он, двухцветный, да. Он двухцветный, он такой вот легкий. Да. А сейчас, а вот одела вот тепло, сразу да, тепло. Да, конечно. Вроде тоненький дырочку весь, да? Весь Яна талмуд. Принесла я весь свой талмуд вышивку. Сейчас мы посмотрим, что она вышивает. У нее нет своего канала, мы обязательно должны посмотреть, что она вышивает. Вот такую вот розочку у Светы Абакаровой. В СП. Угу. На черный конвей я брать с собой розочку не стала. Я взяла вот что у меня более переносимое такое. А это чей набор? Это панна набор. Угу. Пурпурная роза называется. Такая зеленая канва, такая необычная. Канва какая-то очень такая... фисташковая. Что-то фисташковая, да? Какая-то она светлая такая, красивый, прям красивая. Угу. Вот, правда, все мяты, все с дачек. Ну, у нас у всех. Привезенные. А то все ругаются, что там мята и канва. А мне наоборот нравится. Это же вышивка, она. Что обязательно прям должно быть все прям идеальное, что ли. Стирается, тогда будет. Подарками обменялись. Яна мне сколько подарков надарила. Сейчас вам покажу, что Яна подарила. Это для Алинки. Это для Алинки. Алинке теперь не перевязать. Да, да, Алинке сколько. Это блокнот. Когда-нибудь я начну записывать же, сюда вот, свои я процессы. Вот, я вот с этим вот намеком. Вот на весь день, пожалуйста, в 9 утра одну вышивку вышивала, в 10 другую. В 10 другую, там до 10 да, да. вечера да, там да, можно. Да, да. Ага. Я уже, знаете, я уже представляю, вчера спрашиваю девчонки, что ты вышиваешь в дороге? Ручный карандаш какой-то. Вот здесь мне надо написать. Вот в 9, да, 7 утра да, одна да, таблетка, 8 вторая таблетка, 9 третья.
Вот так вот я тут время провожу. Смотри, какой карандаш. Ну-ка. А им, кстати, тоже можно схемы зарисовать. Да. Ага. Он и хорошо. Он не пачкает, и он не пачкает, да, хорошие вещи. Так, наборчики, наборчики, Алиса. Да. Мак. Мак от Алисы. А я так хотела. Сейчас я свои покажу, маленькие. Потом Али. Вот они же быстро вышиваются. Ну да, я сейчас зашла в магазин. Так говорю. Ага. А ты знаешь, что я этот набор хотела себе купить к дню рождения? А да? Это как, смотрите, да, ты угадала. Голубые виолки. Это, ага, это многолетние виолки. Да. Я в магазине сейчас первую схватила вот эту бабочку. И вот эту. Обалдеть. В каком ты магазине? На Московской у нас. Классная вообще. Там, там, где раньше что-то пряжа. Ой, подсолнух. Там пряжи нету, сейчас там нету. Очень много наборов. Это серия, смотри. Там Астинская Мадонна стоит за 3800. Серия будет. А так она, по-моему, около 6. А так она около 6. Здорово. Здорово, здорово. Ну, тут еще. 900, прям вот. Она же, по-моему, 4 метр там, да? Ну, там, так, да. Девочки, девочки, а что вот, вот этим карандашом рисовать? Схему, да? Схему. Разноцветный, так и будет, да, весь, да, разноцветненький. А, понятно. Просто маркер, он, ну, не всегда удобный. Его закрывает, пропитывает, да. А я зачеркивала раньше. Ясненько. Таким карандашом. Простым карандашом он очень мягкий. Бусы. И руки, бусы. Бисер. Вау. Маркеры. А это что, так глазки? Глазки. Это глазки для Алинкиных игрушек. Да, да. Ага. Они разные, что ли, еще все, да? Или одинаковые? Нет, они одинаковые, наверное. А мне кажется, разная форма или нет? Или... Видишь, здесь какой-то такой, здесь какой-то такой. Да? Нет, они там бультыхаются. Может, они сразу попадают. Они там бультыхаются. Да. А, еще бультыхаются. Они там бегают, бегают глазки. Понятно. Тогда они, да, Алине тоже подарки, но это на Алинином канале, да, посмотрите. А то мне нечего, да, показывать. Слушайте, ну и ветер, надо косить. Ветер сегодня. А куда-нибудь сядем? Давайте куда-нибудь в кафе. Да. Жужу какая-то. Я переживаю, что звук будет плохой, задувать будет. Давайте сядем в кафе, заодно покушаем. Я покушаю. Я покушаю. Кушаю. Я кушаю. Я не знаю, как ты, а мы, может, и чай попьем. Яночка, к тебе от меня будешь вышивать чудесную глупость. Ой, и тебе а тоже. У меня, да, и тебе. Я потом покажу в своем видео. Да иди. Ой, прыгает, прыгает. На ручки, мама, на ручки. Мама, на ручки. Как в сказке. Да, будешь... мы решили передохнуть немножко до 6 вечера. Пойдем потом с девчонками встречаться. Да, мы покушаем, поедим, как раз Яну проводим. Да, как раз это. Ветер сильный, да, какой сегодня? Да. Прямо, да, уж устали как... от ветра. А мне муж говорит, там тепло, я тут в шортах, Андрей. Им на рыбалке было тепло, а нам почему-то холодно. Я вышла. Это Яна вышивала. Обалдеть. Вот Яна мне подарила вот такой набор. Я вышиваю, но у меня пока еще юбка вышита. Вот будет вот такая красотища. Яна, а ты знаешь, что девочки говорят, что она чем-то на меня похожа? Да, есть. Глаза. Глаза по-любому. Глаза по-любому. Чего, да, вы там уже без меня рассматриваете? Давай показывай, что ты еще навышивала. Подождите, это я... Это живой огонь же, да? Да. Это тоже моя мечта, но что пока тебе? Я... Это живой огонь, у него светится, вот луна светится, и вот эта вот дорожка. Да, у нас больше негде как на полу человека гостя посадить. Нет, а мне даже очень нравится. Мне даже удобно. Очень нравится. Мне... У тебя полы белые, вообще стерильные. Мне удобно. Вот эти розы вообще. Это что за набор? Золотой руно. Золотой руно. Да-да-да, точно, вообще шикарно. У меня практически все золотое руно, почему-то мне кажется это... Классно. Нет, это другая. Она точно, она, да? Какая-то, она. А более... это где находится голубая мечеть, не знаешь? Она где-то в Эмиратах, наверное. Mm-hmm. Так, подожди, не... мечеть. Мечеть, да. Додумаем, какая это мечеть. Это голубая. Сейчас девчонки, может, Гул-Шариф в комментариях другая. Напишут, какая это мечеть. Гул-Шариф, она как-то более... Мы с Тимуром тоже в Казань еще мечтали съездить. Там так красиво. Угу. А что перед мечетью было? Покажите, я видела. Розы. Да, золотой руножи. Так ведь так аккуратно. Ты тоже любишь полную зашивку, да? Ну, в основном, да. Мне надо муж позвонить. А я положила. Вот решила его вот такого вот кренделя вышить. Это Алиса, нет?
Нет, это все золотую руну. А, это все золотую руну? Ну, практически все. Ты вообще любишь золотую руну? Ну да, я тоже. Это следующая вот Алиса, наверное. Нет, это тоже золотую руну. Тоже золотую руну? А у Алисы есть даже похожий сюжет? Это тоже золотую руну. А здесь полная зашибка, да, а там не полная. Колокольчики. А это тоже? Это тоже золотую. Ничего себе, я такого даже не помню. Ностальгия называется. Я бы подумала Риолис, судя по конве, да? Ну, она такая, да, как ну, это да, называется. Ну да, вот этот цвет. Рустика, что ли, она называется. Угу. Сразу говори, это тоже золотая руна. Это на камеру-то так делают. А это что-то новенькая какая-то. Это она... Нет, это у меня уже была. Я же приносила в декабре тоже ее уже на встречу, на нашу. Это вот этот Риолис. Это Риолис. Вот он, я только хотела сказать, это тоже золотое руно. Это канва вот у нее какая-то. Как настоящая. Как тряпочка, да? Вот канва такая какая-то. Угу. Ну, это, наверное, раньше у них такие были в Риолисе, да? Ну, и наверное, сейчас, да. Сейчас у них Цвайгар тоже, наверное, какой красивый. Угу. Слушай, вот ты вот почему не оформляешь? Тоже, ну, тоже как-то это и вешать пока не знаешь, пока куда. Некуда. Представляете, сколько это денег еще надо? А как бы она принесла нам показать, если бы они оформили? Да, если бы они оформили. Покажешь, да. А мне, кстати, в последнее время тоже нравится. А сейчас вот в рулончик свернула. И всегда я показала. Принесла и вот. И посмотрела. Угу. Это я вот на богатство себе так вышивала. Мне надо тоже сегодня, может, взять с девчонками на встречу свою. Я свеженьких же понашивала, надо не забыть. Тоже показать это когда теперь. Это панна. Да, панна, это да. Это золотое руно. Это золотое руно, это лошади. Лошади, да. Нежность он называется, по-моему. Вот это Филимошка. А вон у меня тоже такой же. Братан. Братанчик. Нет, он висит. Вот там. А вот тоже. Совиный взгляд. Классные такие глаза, да. А кто-то говорил, совы немножко, или кошки немножко совы, где-то я слышала такое выражение, у них глаза похожи на сов. Вот это вот чудесная игла, это был этот оберег на, я помню, на здоровье, такое. По-моему. Да. И вот, где еще у нее? Да, вот. Вот я вот у Инессы в России вышивали. Вышивальная Россия. Да, вышивала. Классно, тюрьмор так, вот чесночок. Такой, вот это этот. Овен. Овен, да? Да. Ну, хорошо получилось. А нитки там какие уже были? Бестокс вот эти бестокс еще, ну, как, да. Как они тебе в работе? Не очень? Ну, так. Вот говорят, ну, вот у меня на мерке они, говорят, более-менее себя ведут, а об конву они... У меня в подиуме вот эти нитки лучше, чем у меня в подиуме были. У меня в подиуме Мадейра вообще слоилась. Там в одну в одну нитку вышивалась, она вообще расслаивалась. Ну вот бывает, значит, нитки какие-то некачественные, партии от партии попадаются, наверное, вот красивый виноградик. Это тоже панна, да, наверное? Да, это панна. На черный. Это для меня вообще подвиг на черный конве. И у меня вот сейчас у Светы тоже в этой, в СП у нее тоже это, на черный конве тоже розочка. Но там это, как она называется, искусница. Угу. Я просто еще когда начинала, я ее откопала где-то, говорю, розочка, говорю, давайте я тоже вышью. Звезда. На моем шарфике-то как лежит. Да, балдеть. Тебе понравился, да? Шарфик мой понравился. Моя красавица. А вот эта картина, девочки, очень-очень интересная. Живьем она... Фортунелла? Да, Фортунелла. Она живьем лучше смотрится. Она шикарно смотрится вживую, в отличие от... Вживую она очень отличается от всех остальных вышивок. Она такая необычная. Вот реально она бросается в глаза. Хотя я никогда на дизайны Фортунелла внимания не обращала. А вот как она смотрится, вот особенно здесь, на кухне, в интерьере, ну это реально она классная, девчонки. Сейчас я вам покажу. Алина вам уже показывала наверняка свои картины. Но я вам тоже сейчас немножко покажу. Красиво у Алины дома, здорово, так все со вкусом сделано, обалденно. Похвалили. Да, обязательно. Как же мы не похвалим-то сами себя? Себя не похвалим, никто не похвалит, да? Да нет, нам много комментариев хороших пишут, спасибо большое девчонкам. Хорошо, хоть успею, хоть еще не... Так, девочки, не вышивка, единый сыт человек.
Уже полпиццы схомячили? Да. Мы тут сидим, Яна и Несса, смотрим друг друга через камеру. Да, мы тут пиццу девчонки тут купили, вот такую вкусняху. У нас тут еще конфетки Несс вчера мне прислала. Конфетки? Да. Яна чизкейк купила. Да, мы тут сидим тут. Давай я тебе подам. Конфетки снимай. Ну да. Конфетки, да. Чизкейк. Пицца вкуснейшая. Праздник живота. Да, так что мы тут веселимся. От души. Вот какой праздник мы себе сделали, да? Да. Вот это не мы себе сделали, это Инесса нам сделала. Ну, естественно, праздник. Да, да. А мы уже к ней тут присоседились. Да, так что вот так. Идем навстречу мы к девочкам, вышивальщицам. Парк такой красивый. Верные сыны Отечества. Какое дерево интересное. Прикольное. У нас голубые ели тоже есть. А вот таких деревьев нет. Я видела, по-моему, у нас в национальной деревне, там украинский был. Украинский хутор сделан, и там вот, по-моему, такие росли деревья. Ведь точно не пошла? Нет, нет. Макдональдс. Вот здесь будет встреча проходить, там девочки нас ждут. Это спасибо. А это мы вышли работать. Это мы работали. Вау, она все попадает? Да. Натуральная, Инесс, как раз тебе и будет запах. Да. Он мыл пахнет. Да, спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Запах нам нравится. Чайное дерево. Вот это что за скрапление? Лимон. Корочка лимонная. И на основе зеленого чая. На отваре. Молодец. Мне так тоже нравится. Спасибо большое. Девчонки подарков надарили. Одно масло. Магнитик из Саратова. Девочки приехали из Саратова в Энгельс, чтобы встретиться со мной. Вообще, девчонки, спасибо. Вот такой набор, смотрите, от Димэнш. Обалдеть. Вы же знаете, я люблю больше всего вышивать сирень и бабочки обожаю. Спасибо, девчонки. Спасибо огромное. Я чтобы Лес живьем посмотрела. Да. Это вот Dimensions. Я еще 20. Очень хороший такой. Вот это твой попугай, только не видишь, немножечко другой. Он без бока. Ага. Алина. Да, иду. Смотри, попугай. Сейчас я там. Ты его начала. Алина, сейчас хорошо. Ты его начала. Быстро, легко, нитки супер. Да, да. Я думала, у тебя другой попугай. Красивый, яркий. Выглядит. Да, вот теперь живой, да? Попугай. Выглядит не хуже, чем Dimensions. Да и нисколько. Если 6 сложений Dimensions, я вот сейчас вышиваю. Тоже. Это еще бэка нет, а с бэком рецепт. Да, еще и бэка нет, реально. Девочки, Алина, некоторые не вышивают 6 сложений. Я не вышиваю. Я два раза задумываюсь. Ну, я уже начала, поэтому я следующую работу так. Как мне тоже? Это радуга бисера. Бисера прям можно трогать, девочки, руками. Его хочется потрогать. Потому что просто даже две нити можно. Нет, осложение нити. Изнанку только не показывай, Инесса, пожалуйста. Я на своих тоже не показываю. Но не отутюженная, видишь, даже следы от рамы. У нее всегда идеальные изнанки. Нет, я показываю вот здесь, стеклярус. Вот стеклярус здесь, да? Вот здесь могу изнанку показать. У нее вообще идеальные изнанки. Ну, не идеальная, но хорошая. Идеальная. Я тоже вышивала. Богородица страна. Уберите Инессу, не заслоняйте. Вот это вообще. Вот это моя любимая. Очень красивая. Это прям хорошую рамочку надо, да? Прям каждый. У меня тоже вышито. У нее вот здесь еще, да, крест должен быть или нет? Я не знаю. Сможет ли? А, у меня радуга бисера, да. Вот здесь вот должны быть бусинки и крест. Может быть, ты знаешь, там какие-то бусинки надо, я про них забыла. А Наташа, если бы ты не сказала, то я не знаю. Вот теперь у тебя. Она вообще такая
написано, где-то год назад вышла, вот она дата. Она без бэка, это не считается. Тут не смотреть, тут не показывать, тут везде бэк-стич. А здесь прузелков куча, как звезды вроде, она бросает огоньки. И огоньки это. У тебя же, по-моему, есть такой набор, да? Нет. Нет? У меня вообще Дима практически нет. У меня 4 набора. Какой, да? А я почему-то решила, что нет, у тебя нет, такой нет, есть. Какой-то волшебный. Здесь очень много блеска, здесь выходные нити должны быть. Бэкстич должен быть. Ну, не сделала пока. Не, ну у нее красиво. Скоро год будет вот как раз. Когда там 7 ноября? Будет год, и я сделаю бэкстич. Это Риолис. Это вечер. Риолис, китайские мотивы, весна. Ездила, я просто инвестор. Еще есть, лежит, девочка дала остатки набора. Китайские мотивы летом. Это красивые. И, кстати, Алина тоже не видела. Это шовчиковая схема Надежды Ильиной в Favorite Hobby. Да, еще это все да, это я у нее в совместнике учила. Это давно было. А это что, ты успеваешь? Может, подумать, что там же на работе. Там, они работают. Вот это по Надежде Favorite Hobby схема ее. Вообще ее совместник был, идея ее, в общем. Класс. Я только цвета свои подбирала, там все свои. А внутри что делаешь? Я пропустила одну встречу. Тюкать. Дала? Две. А у вас еще было? Ой, я не знаю. Третье пропуска, исключение из септы. Три. Тебя уже ждет. Дашка пропускает. Что у тебя там карандаш остался? Да, это не остался карандаш. Ой, такие милашки вообще. Это такая была маленькая, это конечно, живьем с набором. Нет, я знаю, что за набор. Подбор мне вышивала. А так это УКС и Овен. Нет, Золотое руно и УКС. Сегодня даже это вот эти панели беру. Да, панели. Виноград, лимон, и черешня. У меня как-то карандаш тоже не отстирался. А когда под стекло, блики все равно есть и совершенно. А я стираю, я стираю. Лимон, черт, что только мы делаем? А еще, знаешь, еще на чистом еще можно. А это первый раз. Это Люда, влюбленная в крестики. Это ее работа. Да, я хочу себе лимоны такие. Ну, давайте сейчас. Давайте. Вот это зимнее, вот это зимнее, что я хотела. Я да, а чудесные иглы. Чудесные иглы. Буквально зимой. Да. Какая красивая, она живьем, она по видео близко не такая. По видео шикарная. Она объемная, прям, как будто маслом написано. Мне нравится. Вот чудесные игла, молодцы. В последнее время вообще шикарные. Да, посмотрите, какое небо. Дименшис отдыхай. Лучше, чем Дименшис. Посмотрите, какие блики на снегу эти световые. Ой, да, отражается солнечный свет. Свет из окна падает прямо окошечко, как будто светится. На видео этого не видно. Ну, красиво на видео, конечно, но не то. Живьем оно в 100 раз лучше. Девочки, кто думает покупать чудесную иглу или не покупать, покупайте. Я сейчас, кстати, такая печка, там камин или что, чайку попить. Здесь, кстати, прохладно. А где-то еще вроде что-то было. А, конечно. Слушай, ну и чашки тоже живьем лучше. Чашки живьем мне больше. Наоборот, рука этой больше нравится. Да, а камере. Мне живьем нравится. Да, это китайские, да? Темные. Ну ты же приносила уже, да? А, под шапкой так. Ой, какая красота. Молодцы, а. Ирина, где твои работы? Ой, я не успела. Меня прям вот из-под такие же очень много нет. Ну, панель тогда там.
Лимон и яблоки я уже заказала. Ты не попала, когда у нас это, к счастью, ты не приходила на нашу встречу. Я не встретила. Там Ковалевская, да, мы скачали, у них сама. Так это я забираю. Я говорю, вот это мне хочется, чем лучше. Есть у меня секрет. Она хочет разбирать на карандаш. Да. Сложно будет. Ты не гладила? Нет, гладила. Ну если гладила, то сложно там будет. Такой красивый. На равномерку хочу. Это же эхинацея, да? Цветы. Да, похоже. Эхинацея. Это какая? Вот мне нравится. На рудбекию похоже. А рудбекия есть, да? Да, может быть. Скажите мне, как называются такие цветы, только сиреневого цвета? Косая, может быть. А. Это мне недавно в комментариях писали. Где-то я тоже. Я потом говорила это. Да. И опять забыла. Это не эхинацея вот это вот. Эхинацея вот это. Нет, а рубеки. Это рубеки. Это эхинацея. Эхинацея есть розовая. Да, есть розовая. Эхинацея. А, ну значит эхинацея. Я тоже на даче снимала и думаю, блин, говорю, я не помню, забыла как называется. Мне в комментариях. Ну все, девочки, мальчики, идем мы со встречи домой. Такая теплая была встреча. Возвращаемся к Алине через бульвар Роз. Да. Вот так здесь красиво вечером. Пока. На этом мы с вами прощаемся. Большое спасибо за просмотр. Всем желаем удачи. Пока-пока.